Назовись, Голубова Галина. Голубова Галина, правозащитник. Что там у нас по этому? Относительно инцидента, если его таковым можно назвать в кафе «Молодежном», я могу сказать следующее, что это противоправное деяние со стороны охраны данного кафе, которое выразилось в умышленном причинении разного рода телесных повреждений. Более того, ввиду того, что это происходило в общественном месте, это сопряжено со злостным хулиганством. Всех этих людей нужно привлекать к ответственности. Дело в том, что компетенция охраны, даже если она видит беспорядок, более чем вызвать милицию, они не имеют права сами лично что-либо предпринимать. Они не имеют никаких прав, у них нет таких прав. Они должны были вызвать милицию. Здесь, насколько мне известно, это, я думаю, что эта охрана была сама в невменяемом состоянии, и это просто было избиение людей. Это люди, которые выпили слишком много, или употребляли, или и то, и другое. И просто это вид, один из видов развлечения такой у людей. Да, удовлетворение своих вот таких зверских животных потребностей. Показать свою силу на беспомощных людях. Вот мое такое мнение. Они должны быть непременно все привлечены к уголовной ответственности. И то, что их именно потерпевших, вместо того, что оказывать первую медицинскую помощь, а как мы сейчас уже знаем, что были причины и переломы, и сотрясение головного мозга, как минимум, а может быть и хуже. И избивались и инвалиды, вместо того, чтобы немедленно предпринять меры по оказанию скорой медицинской помощи, людей держали в райотделе до утра именно потерпевшую сторону. При этом зачинщиков противоправных деяний, которые совершали это преступление, их вообще не было. И зачем было держать людей, непонятно. Дело в том, что скоро, если по скорой помощи человек попадает в больницу и говорит о том, что он был избит, никаких проблем нет, в рамках доследственной проверки сотрудник, как лечебное учреждение, немедленно обязано сообщить и сообщает об этом милиции, и милиция каждого из них могла опросить и взять заявление в лечебном учреждении. Голубова Галина. Голубова Галина, правозащитник.